А в Козловском районе состоялся летний этап спартакиады госслужащих. Насколько выносливы чувашские чиновники, узнавала наша съемочная группа. Кто самый быстрый, сильный и ловкий, госслужащие выясняют 17-й год подряд. Лучших определяют в 13 видах спорта на 6 этапах. В прошлом году не было равных команде администрации главы республики. Надо заниматься спортом, надо поддерживать всегда друг друга, надо быть единой командой. И только в этом есть и секрет, наверное, получается. Но мы стараемся, почти ежемесячно готовимся, тренируемся. Команда настроена серьезно. В планах завоевать кубок и в этом году. Программа летнего этапа насыщена. Самое первое испытание – комбинированная эстафета, велогонка, бег и плавание. Здесь победителем стала команда Министерства юстиции и имущественных отношений. Те, кто не проявил себя в эстафете, мог это сделать в перетягивании каната и мини-футболе. Кто занимается спортом, кто дает определенную нагрузку, он всегда эффективен. И в семье, и в работе, и в обществе. И он постоянно ищет, занимается поиском новых инициативных предложений. Вот это является ключевым. Соревнования проходят круглый год, и следующие состоятся совсем скоро, уже осенью. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика.